сказали, что едем, ну, типа, к нам за ленточку, там перегруппировываться. И дальше там что-то, какие-то задачи будут ставить. Вот мы сейчас едем, едем, никак не приедем, не знаю, в поле встали. Куда тут, что тут, дебилы. Понапьются ночью, сами себя стреляют, идиоты, блядь. Тут страшно выйти на улицу ночью вообще. Когда проверки такие приезжали, всегда все докладывают, все хорошо, все исправно, все полный комплект, а в итоге там вот едут, значит, срочники, несрочники, и техника ломается, все в говне. Да потому что это военные, военные дебилы, ну ты же знаешь, я тебе сколько раз говорил, ну похера вообще.